Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем с тобой наградочки. Так, за билеты, за еду и за карточки. Так, использовать три ускорения, собрать моды. Вот моды нам нужно быстренько отыскать. Так, ну что у нас, блю. В плане, почему блю у меня... Ага, вот. На этот раз дельта дает нам за еду мод. И посмотрим, что нам подкинет. А подкинет нам... Блин, я уже думал, сейчас пак. К сожалению, нет. Ладно. Задание выполнено. Забираем награду. Так, использовать ускорение. Что... А, кстати, друзья мои, я получил 45 уровень, и у нас открылся остров Сорна. Вот такой вот островок. Я не знаю, здесь, наверное, тоже можно так, я понимаю, расширяться. Тоже можно ставить вольеры и тому подобное. Так, ну что, давай-ка мы глянем, что у нас там по инкубаторам. Где они у нас? Так, я их потерял. А, вот. Так, забираем. Один готов. Так, ускорить бесплатно мы можем. Так, Кеца готов, помещаем его. Слушай, мы можем Кецу скрестить, но это уже после того, как у нас скрестится Кулазух. Так, и здесь можно бесплатно ускорить. Так, это у нас водоплавающий, насколько я помню. И Долихоринхопс. Вот так его увеличать. Так, ну что же нам тогда еще можно здесь сделать на выводок? Давай подумаем хорошенько. Можно, в принципе, посмотреть, паролить и глянуть. А что, если я прогнатодона? Пускай выводится, а, друзья. Кстати, вот у меня новенький легендарный дракончик появился, динозаврик. Тоже, ребята, через один день 12 часов вылупится. И вот еще один. То есть в итоге два. Ну что, вроде бы пока здесь все. Давай посмотрим, что у нас по заданиям. Так, секундочку. Мне нужны вот эти вот схватки. Так, посмотрим. Испытай свои силы. Плюс, что скрывается внизу. Без ограничений. И ярость. Мод 2. И все. Ну, я думаю, что, наверное, приступим. Что скрывается внизу. Без ограничений. Ох ты. Гиликус, Мегалодон и Геозавр. Вот таких ребят нам представляет. Ну что же. Тогда мы с тобой приступим. И начнем, наверное... Блин, Гиликус, вот кто против него, а? Давай против Гиликуса мы возьмем, наверное, вот Зуходуса. А против этого мы возьмем Кранозавра. А против этого, блин, а против этого кого? Бананагмиуса. Ну давай будет так. Вот теперь мне самому интересно, сможем ли мы здесь победить? У Гиликуса 619 хп. И атака почти 200. Поехали. Так, Зуходус неплохо бомбанул. Почти наполовину хп. Так, ждем ответочки. Опачки. О, ничего себе, 417. О-о-о, ребята, это... Это меня не устраивает, если честно. Так, берем защиту. Он тоже взял защиту, да? Что же он будет делать? Ничего, ты прикинь, он ничего не стал делать. Слушай, может быть, попробовать его пробить? Нет. Я сделаю его вот так. Нет, 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 только не это. По-моему, нам крышка. Точно, нам крышка. Он меня распечатал. Ну что же. Тогда мы распечатаем его. Сколько нам нужно сделать? Наверное, вот так вот, да? Поехали. Да ладно, он остальное все потратит на дополнительные очки? Нет, ничего он не потратил. Короче, смотрим, что сейчас будет. Ничего. Абсолютно ничего. Влупляем тогда. Фиг с ним. Все, ему кранты.
А вот что с этим будем делать, я не знаю. Сейчас посмотрим. Опа-на, такой тоже типа как крокодила, да? Что же ты, парень, будешь делать? Трешечку сливает. Ну что, ребята, тогда мы сливаем все остальное. И надеюсь, ему крышка. Ох, нет, 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 нет. Фу. Я уж думал, мы его не уничтожим. Слава тебе, как говорится, что все у нас получилось. Ну все, все, хорош тут выпендриваться. Но это, не забывай, была только первая битва. Нам нужно еще две. Давай глянем, что у нас тут. Плезиозавр, да? Значит, блин, против него пойдет, наверное, у нас археоброн. Так, это плезиозавр, это плезиозавр. Против него кто пойдет у нас? Очень даже неплохо выступит, наверное, Генерия. Хотя... Нет, наверное, Артакантуса я возьму. Ну, а здесь кто? А здесь, я думаю, что Ахиллон, опять же, разрулит ситуацию. Хотя я не совсем в этом уверен. Может, Генерию все-таки взять, а? Может быть, взять... Нет, не Генерию, тогда возьмем Псифодерму. Блин, у него легендарные карты. Твою налево. Ладно, берем Псифодерму. Большие риски, но не знаю, ребята. Так, ну что? В принципе, здесь можно взять сразу бонус. Он, наверное, будет менять, скорее всего. Посмотрим. Ты гляди-ка, не стал менять даже. Отчаянный парень, кстати, очень отчаянный. Так, ну что мы с тобой сделаем? Все в атаку? Пошел отсюда. Так. Плезиозавр. Ну сколько он отнимет у нас? Пятихаточку, если что, это максимальное, да? Что он может себе позволить. Почти пятихаточка. Так, а если мы ему звезданем? Блин, маловато, да, будет урона. Сделаем тогда вот такой вот подарочек ему. Пошел ты. Так, и выходит Эдестус. Ничего себе, какой он. Ты посмотри на этот ужас. Вау. Это серьезно, это ужас, ребята. Я делаю ход конем. Я надеюсь, ты понимаешь, да? Что я хочу сделать? Я хочу его проучить. Офигеть, какой он страшный. Слушай, он почему-то даже не стал делать. Не стал делать то, что я хотел. Ну что же, тогда сделаем по-другому. Берем нашего Архилона и все сливаем в атаку. Абсолютно все. Ну и, естественно, ему крышка. Давай, давай, Архилон. Ничего себе он. Вот это он дал. Красавчик. Ты видел? Он как вентилятор, елки-палки, водяной начал работать. И подбил. Подбил это водоплавающее чудовище. Так, мгновенные преимущества. Зачем это вы мне показываете? Чтобы я подписался, да? Я вас понял. Ну что, давай попробуем последнее событие пройти. Так, лептоклейт. Дальше Зуходус идет и Ромалиозавр. Кстати, Ромалиозавр у меня тоже есть. Ну-ка, ну-ка, что тут у нас получается? Если мы возьмем этого, наверное, нам надо будет взять, знаешь что? Вот этого. Наверное, я все-таки потрачу на откатик. Ты уж меня извинишь, я надеюсь. И возьмем с тобой Генерию. Вот такие у нас будут три водоплавающих. Ты посмотри-ка, лептоклейт. Офигенно выглядит. Ничего не могу сказать против. Поэтому беру дополнительные очки сразу же. Почему-то у нас куда-то сразу исчезает музыка. Не знаю, куда. Ну, может быть, с одной стороны, даже это и хорошо. Зуходус, 372 катаки. Солидный, солидный. Так, а если мы с тобой возьмем Артакантуса? Давай-ка я, наверное, поменяю от греха подальше и возьму еще. Вот так вот сделаю. Просто интересно мне знать, что он будет делать. Неужели пойдет в атаку? Нет, он в атаку не пошел. Я тоже не пойду.
Слушай, а вдруг я зря это сделал, а? Смотри, 4 этих. Почти 300 к атаке. Слушай, по-моему, его пора ушатывать. А я, знаешь, что сделаю? Я сделаю его так вот. И я сейчас их просто-напросто надурю. Да, я их просто сейчас буду дурить. Смотри внимательно. Так, 6. Копит, копит. Я понимаю, что он копит. Тут он меня уделывает. Он 5, ребята, 5 потратил. А теперь смотри, что я делаю. Блин, ну не этим же, ё-моё. Вот этим нам надо. Сколько нам понадобится с тобой? 1, 2, 3, 4, 5. Раз, два, вот так вот сделаем. Ух. Так, ну что, заходу сами с тобой убрали. Лептоклейт, у которого атака шижда не шиша. Я думаю, он нам здесь вообще ничего не сделает. А вот мы сейчас от него и мокрого места не оставим, поверь мне. Поехали. Хоть что-то делай, тебе все равно крышка. И остается у него Рамалиозавр, у которого 136 к атаке. Даже если он все потратит, вряд ли у него получится меня пробить. А он ничего и не стал делать. Ты понимаешь, он ничего и не стал делать. Тогда мы сделаем вот так вот. Как говорится, кто кого здесь перебьет. Так, запомни, у него 8 очков, он тратит 6, 2 у него осталось. А мы с тобой взяли 3 допочка. Поэтому семерочка у нас выходит, и мы смело ему даем в лобешник. Естественно, его при этом уничтожая. Вот и все. Делаем мертвую петлю и... Смотри, тыдыч, на 5000 урончика. Вот и все, ребята. Вот она и долгожданная наша победа. Да что же вы мне все даете, это не то, что нужно. Ну что, посмотрим, что нам здесь выпадет. Ксифактив. Вот так вот. Ну и плюс 325 очков доверий. Это хорошо, 2000 уже есть. И мы теперь можем ксифактивно покупать и, соответственно, прокачивать. Главная награда лиги. Хм. Кстати, у нас открытая схватка уровня 45. Поехали. Каритозавр, Велоцираптор и Раджозавр. Ну что же я могу сказать? Что против этих пойдет хищник. И можно, в принципе, взять... Так, подожди секунду. Против каритозавра мы возьмем... Алангрозавра я возьму. Здесь мы с тобой возьмем Диплотатора. А сюда мы воткнем Диплотатора. Слушай, можно даже Нундазуха взять. Все. Поехали. Сейчас быстренько с тобой пробежимся. Ну что, каритозавр, я думаю, тебя надо выносить. Конечно, не сразу же, но урон я все-таки тебе сделаю. Шикарно. Сразу получил по носу. Задулся. Но у него атака минимальная. Ты видишь, 68, это фигня. Велоцираптор 306. О, а вот это проблемка. Это, друзья мои, проблемка. Ну-ка, сделаем так вот. Что-то сразу заерзал. Что-то заерзал сразу, а? Ничего не стал делать. Я в бонусы, ребята, все буду брать в бонусы. Мне очень интересно знать, как он будет тут себя вести. Спасибо, потенциальный трупик. Я этого долго ждал. Так, он все слил, да, получается? Значит, нам с тобой нужно нанести ему раз, два, две атаки. Раз, два, раз, два, три, четыре, так вот. Пока, пока, даже не хрюкай. Так, выходит каритозавр. Ну и что же ты сделаешь, а, каритозавр? Меняешь. Ох, ты напугал ты меня своим раджозавром. Ой, как я боюсь, прям не могу. Так, ребята, сливаем опять же полностью все. Ему крышка, поверь мне. Так, а теперь я жду к столу каритозавра. Где он там? Вот он, пришел. Явился, так сказать, не запылился.
Ну все, все, ему крышка, ребят. Наш алангозавр сейчас его разорвет в лохмотье, понимаешь? Просто в лохмотье. Вот и все. Прекрасно. Ну что, друзья мои, это мы с вами прошли, да? Испытание на 45 уровень. Так, получаем немножко ДНК. И двигаемся дальше. А дальше у нас события. Так, без ограничений, ярость, мод. Слушай, а здесь-то что такое? Не понял. Столкновение. Твою ж налево. Унайзавр, саркозух и тернозавр. Ой, как хочется. Так, подожди, а сколько у нас там с тобой? Три схватки. А что за награды? Да ну, ради вот этого всего. Нет в коллекции, нет в коллекции. Энтеладона у меня нет в коллекции. Это единственное, кого нет вместе с Бакулитом. Да я вот лучше вот здесь подерусь. Так, здесь у нас просто ДНК, да, выходит. А здесь, ну-ка глянем. Ох, ё-моё. Да и на них лабиринтозавр и акантостега. Так, ну что против этого у нас пойдет? Диплоктатор. Против лабиринтозавра мы возьмем с тобой, наверное, метрикантозавра. А вот против акантостеги можно взять эдиоморфодона. И я почему-то думаю, что мы здесь выиграем. Кстати, у нас два эдиоморфодона. Слушай, я его сейчас... А, нет, не получится. Ну ладно, ударить все равно надо. Отлично. Хочу глянуть, что он будет делать. Меняет? Ой-ой-ой-ой-ой. Это плохо. Так не надо делать. Меняем. Неужели он возьмет лабиринтозавра? А? Посмотрим. Точно. Нет, он берет Бенениха. Еще и атакует. Ну ты пугало огородное. Так, что мне с тобой сделать, а? Меняем. И наносим ему. Раз. Два. Берем бонус. Пошел вон щенок заморский. Лабиринтоза. Ой, 81 атака. Ребят, ну это... Все, это ему крышка. Че он там со своей 81 атакой? Он, конечно, может поменять. Да, и здесь звездануть неплохо. И очень даже неплохо звездануть, если честно. Вот так вот. Убить даже, я бы сказал. Ну что же, а нам придется его тоже, ребята, шваркнуть. Шваркнуть в корень. Как я называю. Три атаки, я думаю, с него будет достаточно. Ладно, все сольем. Не жалко. Ну, где там этот лабиринтозавр? Пускай идет сюда. Потрещим по душам. Он даже не сможет убить. Он даже ничего не сможет сделать, ребята. Я жду. Давай, давай. Ударь. Ага. Ну тогда все, прощай, роднулька. Напросился. Давай, 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 беги. Вот и все. Готов, динозаврик. Ну что, это была у нас первая победа. Нам нужно еще две, да? Две же нужно. Блин, не две, ребята. Не две, а три. Так, что у нас тут? Кентрозавр, Зухариптер. Офигеть, Зухариптер какой-то. Так, ну что, против этого мы с тобой возьмем, наверное, тиранозавра, я думаю. Против Зухариптера. Блин, а кого взять? Наверное, возьмем вот так вот, эрликозавра. А вот здесь вот кого? Акроконтозавр. Трындец какой-то. Вот кого мне взять? Эдиоморфодона взять, может быть.
Или, блин, по идее, нужно взять дипломатора. По большому счету. Я, наверное, так и сделаю. Поехали. Транжирим денежку с тобой. Ну-ка. О, да кому? А, нет. Но все равно будет очень неприятно. 35 хп оставил всего лишь. Естественно, будет менять. На кого? На этого, наверное. 578 к атаке. Как тебе такой расклад? Защиту беру. Смотрим. Меняет. Да иди ты в пень. Вот так вот, Зухариптор. Но мне невыгодно, да, бомбить им? Совсем невыгодно. И так тоже мало получается. Слушай, а Зухариптор-то что-то какой-то уж больно мощный. Вообще люто мощный. Смотри, 222 к атаке у него идет. Опять меняет. Вот, по-моему, и Крантарики нам. Да что ж ты делаешь-то, а? Что ж ты делаешь, гаденыш? Так, надо, по-моему, все сливать с тобой в атаку. Проверяем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У него еще и в запасе очки оказались, ты прикинь? Три атаки делает. Фига себе. Как так-то? Как он нас так вынес-то? Да пошел ты, прыщ болотный. Нет, не получится ничего. К сожалению. Вырубит нас. А у этого атака слишком маленькая. Я офигею. Да, мы проиграли. Тут уж ничего не поделаешь, к сожалению, ребят. Один хмырь нас просто разнес. Ты представляешь? Просто, блин, не дадут они мне мод велоцираптора так просто забрать. Не дадут. Так, используйте в сражении кайнозойской эры. Ну что, пойдем в кайнозойскую эру поиграем. Выполним с тобой ежедневки. Так, кайнозойская эра. Давай, наверное, сюда зайдем в события и посмотрим. Так, ПВП. Кайнозойская эра. Вызов. Ну что тут можно сказать. Давай возьмем Келлина. Возьмем Синтета Цератоса и Эримутерия. Это единственное, что я сейчас могу в данный момент себе позволить. Смотрим, что выберет наш противник, соперник Дженни. Ну, амфицион прокачан у него довольно неплохо, да? Я смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну-ка, глянем. Так, интересно, он будет атаковать? В принципе, ему выгодно бомбануть меня, он уничтожит тем самым. То есть я зря, получается, поменялся. Понимаешь? Да, он атакует, ребята, не стесняется. Вот так вот. Ну, а мне-то что сделать? Пси. Ну, давай сделаем вот так и вот так. Сумчатый лев, да? Ну что же, допустим. Теперь я буду его бомбить. Раз, два, три. Раз, два, три. Он всего лишь... Нет, надо четыре брать. Угу. И то не хватит, да, его пробить.
трэш. А вот нам сейчас будет крышка. Потому что у него три атаки, и он сейчас звезданет. Ну, не повезло нам. Опять не повезло. Ни одного сумчатого льва у меня нет, к сожалению. Так, ну здесь я его, естественно, сейчас ушатаю. Это понятное дело. Давай бомбанем. Так, дальше смотрим. Архиотерий. Что он будет делать? Угу. Он все слил, верно? Он все слил. Поэтому мы сделаем две атаки. Так, так. И вот так. Готов. Так, официон. 740 здоровья у него. Он нас не пробьет. Не должен пробить. Ну что. Раз, два, три. И вот так вот. Так, смотрим. Напряженный поединок. Тогда все, ребята, дай ему крышка. Поверьте. Я все сливаю, и должны его победить. Ой-ой-ой, или... Нет, все, должно хватить, по-моему, да? Есть. Фух, я уже было подумал, что не сдобьем его. Но у нас все шикарно получилось. Так, забираем награду. Да что тут такое? Крутим, приз умельца. И... Конечно, 4000 монет всего лишь. Давай еще разочек крутанем. Посмотрим, что нам здесь выпадет. Еда. Ну, забираем еду. И оу, все. Ладно. И пак. Открыть. Еда, ДНК, 35 долларов и 380 ДНК. 95 очков доверий. Да хорош ты уже со своим кодом этим. Так, ну что, вроде бы здесь пока все. А вот тут у нас что такое? А, мы с тобой что-то получили, да? Но то, что мы получили, это у нас уже было. Так, что у нас по событиям? Только для обычных... Да неохота мне просто ДНК, ребята. А здесь никак не получится. Без ограничений. Столкновение. Офигеть, сюда поставили этих охламонов. Я бы лучше, конечно, вот здесь бы как-то подрался. Но, блин, как вот с ними тут, а? Особенно против этого. 578 атаки. Просто почему-то деплотатор у меня сдулся очень быстро. Слушай, а у нас арена не открылась еще? Нет, арена у нас пока не открылась. Давай, может быть, ПВП-шечку чуть-чуть поиграем. Раз есть пока такая возможность. Возьмем с тобой Динатери. Так, возьмем Гасторниса. И, например... Дэдди Куруса можешь взять? Нет, не хочу. Возьмем Мамонта. Посмотрим, что у нас тут получится. Если получится что-нибудь. Давай, давай, давай. Мне какого-нибудь... Трындец, опять этот лось. И опять такое ощущение, что я с одним и тем же... Вот в той серии мы тоже с таким же дрались. И на тебе опять мы с ним встретились. Ну что я тут могу сделать? Так вот только поставить. Блин, ну это, конечно, жесть. Меняет. Слушай, 147 к атаке всего лишь. Я думал, будет больше. Так, секунду. Дай-ка я вот так вот поменяю.
Посмотрим. На тебе, гаденыш. Ну-ка, хотелось бы мне посмотреть, что он будет делать. Меняет. Ух ты, сумчатый лев. Да что он такой мощный-то, этот сумчатый лев-то? Так, я меняю здесь. Я думаю, никому не надо объяснять, зачем я это делаю. Ох ты, какой красавчик. Все слева, молодец. Как раз подстать. Так, 173, да? Получается, нам нужно с тобой слить практически все. Так, у него 519 хп. Смотрим. Вот этого, в принципе, достаточно. Ладно, еще один сделаем. И возьмем с тобой, наверное, два бонуса. Погнали. Допустим. Так, ну что, ему надо две атаки потратить, да? Две атаки потратить, две он оставляет. И мы его раскручиваем. Он еще и все сливает, прикинь. Ну что, тут ему на один удар. Раз, два. Раз, два, три. Вот так вот сделаем. Ну, выходит 94 атаки. Он вообще нам ничего не сделает. Просто ничего нам не сделает. А вот мы его сейчас уничтожим. Все, погнали. По полной катушке. Пумс, просто камнями в него швырнули. И все, ребята, и победа за нами. Вот такой вот он, волосатый мешок. Выиграли, короче, мы. Что вы мне все сюда-то перекидываете, никак не могу понять. Приз любителей. Мясо. Блин, вот, ребята, гигантский олень. Вот это круто. Ну что, давай еще разочек крутанем и посмотрим, что нам на этот раз выпадет. ДНК 750. Не везет, так не везет, называется. Ну что, с рыбками у нас понятно. С рыбками у нас все плохо. А что такое каназуйский против наземной? Давай глянем, а? Например, я вот так вот возьму. А, тут еще и ДНК. Так. Ну, допустим. Нет, это я не хочу. Вот это что у нас такое? Дает одну за каждое павшее существо в команде. Не хочу. Даже если такого... Так, вот это вот можно. Вот это вот можно. Возьмем сюда. Альфа. Увеличит показатели атаки всех союзных существ на 100. Вот это возьмем. Ой, тихо, подожди, вот это вот убери. Так, первый полученный урон снижается на 50%. Ну, это фигня. Отключает мод вражеского существа. Вот это я, пожалуй, возьму. Ну чё, давай рискнем. Хочу просто глянуть, кто здесь будет. Хм. Интересно. Отлично. Отлично. Так, у него что здесь? Ага. Отменяет мод, да? Ну что, допустим. А, он ходит первым, типа, да? Ну, давай я сделаю вот так вот. Так, что-то дергается, дергается. Две атаки, окей. Так, ну что, мы его, наверное, сейчас ушатаем, я так понимаю, да? Нам нужно 1200. Раз, два. Блин, чуть-чуть не хватает, прикинь.
Погнали. Пшел отсюда. Лемноринг. Ого-го. Гасторнис прибежал. Ну что же ты, Гасторнис? Он, конечно, может ушатать. Три атаки, если потратит, он... Но он меняет. А это уже интересно. Что это за отвлечение? Интересное какое-то было отвлечение. Непонятно, зачем оно вообще здесь нужно было. Вылупляем. И остается у него только лишь Гасторнис. Ну, давай, Гасторнис. Ну, ушатал, ушатал, хорошо. Ну, а теперь наша очередь, да? 527 к атаке. Неплохо, я считаю. Все, до свидания. Там я сел. Ну что, неплохо, я считаю, ребята, мы показали здесь мастерство. Тут, кстати, и наградки пошикарнее будут, посмотри. Да блин, вот из всего, что там было, мне надо было вот обязательно дать хавчик этот. Водный с модами, так, может быть еще здесь? А у меня, наверное, нету, да? Да, ребята, у меня никого больше нету, к сожалению. К сожалению. Да. Что у нас тут? Забрать. Ага. 50. О, ну спасибо. Вот, спасибо огромное вам. Набор мини-баксов. Как раз он был вовремя нам, да? Ну что, друзья, в принципе, я думаю, что можно уже... Погоди секундочку. Погоди, сейчас я кое-что... Можно тут ускорить как-то или... Вот. Кулазух. Наконец-то у нас прокачался... Так, подожди, вот сейчас... До 40 уровня, отлично. А с кем там гибрид можно сделать? А, с Аркозух, которого у нас нету, к сожалению. Так, ну что, давай посмотрим. Колоборинг. Нундазух. Скалозавр. Так, Алангазавр. Слушай, по-моему, надо уже делать из него 40-го. Я так считаю. Слишком он долго у нас засиделся. Ну-ка. Чуть-чуть не хватило. Совсем капельку. Так, это получается только лишь 20-й, да, уровень. Так, нам нужен еще с тобой 20-й левел. Погнали. Ну, это специально, да? Специально не доходит. Угу. Забираем. Так, подожди. А, ну да. Ну здесь будет, наверное, долго, да, идти. Подсчет. Сколько здесь второй раз потребует? 47 у меня не хватает. Ну, в общем, будет следующий Малангазавр. А там надо будет смотреть, кого дальше мы будем с тобой прокачивать. Может быть, Пастазуха. Может быть. Но это не точно. Пастазух. А с кем он Пастазух? Сигнозавр. Что за сигнозавр? Я... Ну-ка, погоди-ка. Офигеть, посмотри, какой сигнозух. Гибрид получается. Обалденно выглядит, да? Так, Пастазух, значит. Это у нас тиранозавр. Ютиранус. Суперзавр. А суперзавр у нас с кем? С тирана Титан.
Блин, у нас его тоже нету, к сожалению. Тирана Титана. Он есть, но он не прокачанный. Так же, как и Каритозавр. Насута Цератопс. Его, кстати, тоже можно где-то немножечко усилить. А гибрид у него идет с кем? С Пахицефалозавром, которого у меня тоже нету. Блин, очень многих динозавров нету, с кем можно было бы скрещивать. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.